Ежегодно накануне новогодних праздников творческие коллективы городского центра «Досуга» приглашают своих поклонников на традиционный отчетный концерт. И каждый год творцы готовят для своих друзей необыкновенные подарки. В этом году программа носила философское название «В поисках счастья». Концерт разделили на две части. Первая – патриотическая, со сцены звучали песни в исполнении народных коллективов «Ивушка», «Сударушка», «Десногорочки плюс», ансамбля казачьей песни «Вольная станица». «Волшебное зеркало» помогло ответить на самый главный вопрос жизни – что для человека – значит счастье. Ведущие программы познакомили своих зрителей с большим проектом «Росатома» «10 песен атомных городов». Они продемонстрировали видеоролики, в которых приняли участие 400 музыкантов и певцов из 18 городов атомной отрасли. Второй блок был детским. Выступали юные таланты из хореографического ансамбля «Каприз», «Данс-клуб Модерн», вокально-эстрадного ансамбля «Калибри» и мальчишки из хип-хоп-студии «Форсаж». По завершении праздничного концерта благодарные зрители аплодировали артистам стоя.